а мне тут жить осталось, нет, нихуя, там пиздец, все. Мы стоим, да хватит, дороги, ты что говоришь такое? Да ничего, короче, шло наступление, нахуй, перед нами хохлы, сбоку хохлы и справа хохлы. И нас хуй отводить хотят. Сказали, стоять до последних ребят. Мобиков, блядь, это уружаем пакетами, блядь. Пакеты, представляешь, не по одному человеку, в неделю. 17 человек в день. Пиздец какой-то. Хватит, хватит, ты чего говоришь-то? Ничего. Ты думаешь, ты что, блядь, мне весело, что ли? Я не как Рома, блядь, спит. Да не весело, я просто... Блядь, наши же такая спали, ну все, блядь. Неправильно, они корректировки ввели. Все, поразъебали у нас. Наши же, блядь. Ничего нету, блядь. Все сырые, грязные, блядь. В одежде нету, как многие будут. Воду третий день вообще не привозят. Воды вообще нету. Офицеры мобилизованные, блядь. Он, блядь, жизнь, блядь, прорабатывает работу. И меня глазами хлопает, смотрит. Элеватор, вот мы вот вчера. Ну, вчера он, блядь, элеватор, говорит, надо элеватор брать, блядь. Я как убрать три пулемета, нахуй? Ой, команда была брать, ну, нахуй, блядь, 17 человек сразу положили мобилизованных. Только встали с поля, нахуй. Пока мы их обратно тащили, с наметами обкидали, нахуй. Повернулись, а его и нету нихуя, он уже въебал вперед нас, нахуй, на 2 метра назад, нахуй.